Всем привет, друзья! Вы на канале Salute Play, и сегодня соло-фазмофобия на локации Maple Lodge Campsite. У меня такие задания: заставить призрака потушить свечу, найти доказательства присутствия призрака при помощи детектора ЭМП и сфотографировать его. Поехали! Захожу со стандартным набором. Добрый вечер. Мы сейчас будем все быстренько осматривать. Здесь почему-то открыта палаточка. Слышишь? Зеркало. Смотри, я бы посмотрела в зеркало, но он кидал где-то здесь. Может быть, в этой палатке? Так, интересно, где будет генератор? О, кость. Вообще быстро, хорошо. О, боже мой! Господи, эти звуки, это, конечно, вообще что-то с чем-то. Так, ну он мне, значит, прямо показывает, что он здесь. Вот, например, он опрокинул термос. А сколько? Сколько это было? А, не поняла. Покажи еще раз. А, подожди-ка, это что, проход? 5! Ух ты, а подожди, а почему он кидает в разных местах? Да подожди-ка. Он открывает сейчас какую-то палатку, я не могу понять, какую. Давай посмотрим. А, вот генератор. Сейчас включу. Ой, как громко-то. Сначала мне там показался, а теперь трогает все здесь. Так, МП-5 нужно записать. Сегодня на кошмаре две улики. Ну что? Какая это дверь? Прикинь, по звуку вообще не могу понять. Мне кажется, что это здесь, а это не здесь. Тьфу ты. Ну, слышишь, да? Вообще не могу сориентироваться. Ну хорошо. Ничего тут понять невозможно. А бежать я буду куда? Бежать я буду вот сюда. Но раз он ходит где-то здесь, это, конечно, опасненько, опасненько. Я вообще предлагаю таблеток выпить. Потому что вот это вот все. Так, давай проверим это дело термометром, потому что локация достаточно сложная. Вот, и что бы взять-то сначала? Давай приемник все-таки возьмем. Так, проверим термометром. Мало кто любит эту локацию, потому что открытая местность. Фиг что поймешь, где тут призрак, фиг поймешь, куда прятаться. 9, 10. Так, 9, 12, 8, 9. Ну, что-то маловато. В смысле, многовато, наоборот. Так, здесь что, забито все? Ага. 8. Непонятно. 9. Где он кидает, я никак понять не могу. 10, 13. Ну вот смотри, даже с термометром я не могу понять. Ты здесь? Здесь? Ты близко? Ты рядом? Старый? Сколько тебе лет? Дай мне знак. Дай мне знак. Очень активно все трогает, прям вообще. Здесь.
Ты рядом. Ты здесь, ты близко. Смотри, не отвечает. Нифига себе, он разбрасывается. Давай даже вот сюда положим. Слушай, ну даже термометр не помогает. А, так нам может зеркало помочь, кстати. Сейчас посмотрим зеркало. А потом выпьем таблеток. О, гениально. Это что такое? Черная палатка. Черная палатка? Которая около туалетов, что ли? Так, ну вот одна у меня зашла таблеточка. Так, давай еще один крест. Возьмем соль и УФ-палочку. Прям постоянно что-то трогает. Он никак на месте не усидит. Возможно, у нас уже 100 раз были отпечатки рук. Так, слушай, давай врубим свет. Черная палатка, это что? Это где? Это же вот это? Это же черная или как? Что-то не могу понять. Палатка, ты черная, скажи мне. Так, вот. А, это белая какая-то. Не понимать, черная это где? Где такая черная палатка? Так, на свет подрубить, ни черта не видно. Ого! Смотри, этот челик стоит. Ну, челик, по-моему, черная это где-то в конце. Вот это что ли? Во, это вот она. Ну-ка. А как он так перемещается-то, интересно? О, минусовая. А, ну так это близнецы. Так это, смотри, близнецы. Наступает на соль. А все почему? Потому что как это? Он живет в черной, взаимодействует здесь, госсвенты дает мне вообще в этой в желтенькой палатке. МП-5. Все соответствует близнецам. Понимаешь, все. Так, соль, иди отсюда. А какие еще варианты? Джин, тень, они, близнецы. Ну, тень точно убирается, такие госсвенты с порога она не может делать. Пока предварительно это близнецы. Обязательно возьму благовоние, потому что что-то совсем все кипишно становится. А у меня задание же сфотать призрака, да? А, я хотела густовен сфотать, у меня не получилось, вот. Оно кинуло у меня предмет в итоге. Когда я смотрюсь в это зеркало, мне становится не по себе. Заставить потушить горящую свечу. Так, ну и все, в черную палатку мы поставим свечу. Генератор, да? Генератор выключил? Я знаю, что ты второй близнец здесь. Генератор выключил, джин убирается. Это джину бы испортило жизнь. И он бы не смог использовать свое ускорение. Поэтому, конечно, это не товарищ джин. Так, идем в черную палатку и ставим туда свечку. На, задувай. Молодец, молодец. Молодец, молодецович. Вообще прямо дикий. Заметили, когда мы зашли на локацию, он начал как будто вот постоянно дергать какие-то двери палатки. Что-то там постоянно делать. Так, смотри. Вот сюда благовошку себе скину. И возьму еще лучше. Я почему-то думала, что черное это вот это, а это белое. Вот так вот бывает. Близнецов, кстати, давненько не было. Давненько. Так, я могу, смотри, какой у меня гениальный план. Предположение есть. То есть это либо они, либо близнецы.
И я уверена на 99%, что это близнецы, но если мы хотим послушать охоту, то нам нужно разбить зеркало. Поэтому две палочки с благовонием себе приготовила. В принципе, нычка ничего там такая. Так, вот и зеркальце. А я его куда унесла? А, вот. Все, я его с собой беру. Так-так-так, черная палаточка. О, красота, красота. Ну-ка. Ох, мне кажется, сейчас рассудок сядет. Нифига себе звуки! Слышь, как медленно идет? Что за звуки? Я просто офигею с них. Вторая атака. Блин. Это Гостовен, походу. А вот это вторая атака, и разница в скорости очевидна. Так, выхожу. Выхожу, ухожу, выбегаю отсюда. Чего? В смысле? Что за фигня? Офигеть, ну и звук. Так, сфотать призрака? Не. Без фотания призрака однозначно это близнецы. Поехали. Да, все верно, это были близнецы, верно определила тип призрака, сделала два задания из трех, нашла кость, получила бонус за расследование $45, это была сложность кошмар X4, и с дневным заданием я получила $491. Я считаю, эта каточка с близнецами была достаточно показательная, то есть
С самого того момента, как я зашла на локацию, призрак начал бешено взаимодействовать со всеми предметами. И потом, когда уже через зеркало я узнала его место обитания, это черная палатка, в которой был минус, а МП-5 было совершенно в другом месте, уже, в принципе, в этот момент можно было уезжать и выбирать близнецов, потому что взаимодействия были в местах очень далеких друг от друга. И в одном месте мы получили улику минусовую, а совершенно в другом месте получили улику МП-5. Ну, вообще, я была рада столкнуться с близнецами, потому что давненько что-то их не было. Все равно хорошо, что после разбития зеркала послушали охоту. И в этот раз близнецы поменялись местами тут же. То есть первый раз атаковал медленный близнец, второй раз атаковал быстрый близнец. Но так бывает далеко не всегда. Иногда 3-5 атак атакует только один близнец и тем самым больше тебя запутывает. В этот раз они сменились очень быстро, и разница в скорости была очевидна. И самое что приятное, это не помереть на большом лагере, а уехать живым. Надеюсь, это расследование вам понравилось так же, как и мне. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И обязательно поддержите этот ролик лайком и комментарием. До скорой встречи в следующих расследованиях. И всем пока-пока.